Не только корица и шалфей. Какие 11 полезных специй и трав советуют диетологи? Травы и специи – это не просто усилители вкуса, которые могут превратить ваши блюда из пресных в восхитительные. Они также являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья, пишет itis.com. Исследование, проведенное в 2023 году, показывает, что они могут помочь вам снизить потребление натрия за счет повышения присущей еде солености. Эксперименты с различными комбинациями трав или специй – отличный способ уменьшить добавление натрия в рацион без ущерба для вкуса, подтвердила диетолог Анет Снайдер. А диетолог Тами Бест добавила, что многие травы и специи содержат соединения, действующие как лекарство. Самые полезные травы и специи – топ-11. Вот что специалисты советуют добавлять в готовые блюда с пользой для здоровья. Куркума. Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, основное активное соединение куркумы – куркумин – помогает уменьшить воспаление и связано со снижением риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и неврологических дегенеративных состояний. Каенский перец. Капсаицин является основным активным соединением каенского перца. В обзоре исследований 2022 года, опубликованном в журнале Pharmaceuticals, говорится, что капсаицин может подавлять аппетит в краткосрочной перспективе. Капсаицин также может улучшить микробиом кишечника, способствуя росту бактерий против ожирения. Священный базилик. Он немного острый и действует как адаптоген, или натуральные вещества, которые помогают вашему телу приспособиться к стрессу и способствуют балансу тела и ума, говорят диетологи. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что прием экстракта священного базилика в течение 2 месяцев помог улучшить стресс участников и улучшить качество сна. Имбирь содержит широкий спектр сильнодействующих соединений, таких как гингерол, которые могут стимулировать опорожнение желудка и способствовать нормальному прохождению стула через кишечник, утверждают специалисты. Исследование, проведенное в журнале Foods в 2019 году, показало, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса. Корица. Ученые выяснили, что помимо противовоспалительного и антиоксидантного действия, корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Одно исследование 2009 года, опубликованное в журнале Journal of Medicinal Food, показывает, что корица также может помочь повысить чувствительность к инсулину и замедлить непереносимость глюкозы. Орегано. Основные компоненты масла орегано, карвакрол и тимол, помогают предотвратить проникновение определенных вирусов в клетки организма. Черный перец. Согласно отчету, опубликованному в журнале «Старение и болезни» за 2023 год, активное соединение черного перца, пиперин, помогает лечить возрастные неврологические расстройства и старение мозга. Розмарин. Согласно исследованию иранского журнала фундаментальных медицинских наук 2020 года, полифенолы, тип антиоксиданта в розмарине, помогают уменьшить воспаление, замедляя выработку цитокинов, которые контролируют воспалительную реакцию организма. Мята. Результаты метаобзора контролируемых клинических исследований 2020 года, опубликованного в журнале Clinical and Translational Science, показывают, что масло перечной мяты помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Шалфей. В небольшом исследовании 2003 года, шалфей был связан с улучшением памяти, особенно немедленного запоминания слов. Чеснок. Исследование, проведенное в 2019 году в журнале «Тенденции в пищевой науке и технологиях», предполагает, что чеснок обладает противовирусными свойствами, которые могут помочь поддержать иммунитет.